Добрый день, дорогие друзья. Шестой урок из нашего цикла «Музыкальной гармонии». И сегодня мы проведем его в такой практической плоскости, на практическом примере конкретного произведения, повторив те вопросы, которые мы с вами разбирали в предыдущем уроке. А предыдущий урок у нас с вами был посвящен тому, что на семи ступенях мажорной гаммы находится семь аккордов, каждый из которых выполняет одну из семи функций. Мы с вами говорили, что вообще во всей музыке существует только семь функций плюс одна тритоновая замена, о которой мы поговорим отдельно. И все эти четыре функции, семь функций плюс одна, выделяется всего четырьмя видами септаккордов. Вот сегодня мы увидим, как это выглядит внутри конкретного произведения. Дело в том, что в этой песне «Опавший листик», которую все знаете, в первых восьми тактах первой части присутствует семь аккордов. И каждый из этих аккордов как раз выражает одну из семи функций. Итак, оригинал этой пьесы написан в тональности си бемоль мажор, ну или соль минор. Мы с вами договорились, что мы не делим тональности. Во всяком случае, в тональности с двумя бемолями. Си бемоль, до, ре, ми бемоль, фа, соль, ля, си бемоль. И давайте разберем это вот именно в этой тональности, в оригинальной. Си бемоль — первая ступень. На ней, как известно, находится тоника. Вот он. Я буду брать в простых обращениях, но простые септаккорды. Дальше вторая ступень — до, субдоминанта второй ступени. Дальше ре, третья ступень. Это доминанта к минорной тонике. Мы с сегодняшнего момента будем называть ее альтерированной доминантой, но я этому посвящу отдельный урок. Я возьму так ее сложно. Далее ми бемоль. Четвертая ступень — обычная субдоминанта, большой мажорный септаккорд. Дальше фа, пятая ступень, обычная доминанта, соль, минорная тоника, обычный минорный аккорд, мало-минорный аккорд. И седьмая ступень — ля. Здесь находится вот этот вот полуменьшенный аккорд с пятой низкой ступенью, то есть субдоминанта второй ступени для минорной тоники. Ну вот. Субдоминанта, вот альтерированная доминанта, вот минорная тоника. Итак, слушаем гармонию «Опавших листьев». До минор, фа, доминант септаккорд, си бемоль мажор, ми бемоль мажор, ля полуменьшенный, ре альтерированный доминант септаккорд, соль минор. Повторяем. До минор, фа, доминант септаккорд, си бемоль мэйдж, ми бемоль мэйдж, то есть большой мажорный септаккорд, ля полуменьшенный септаккорд, ре, соль минор доминант. По ступеням. Первая, вторая, пятая, первая, четвертая, седьмая, третья, шестая. По функциям. Субдоминанта второй ступени, доминанта, тоника, субдоминанта, субдоминанта седьмой ступени, альтерированная доминанта, минорная, тоника. А во второй части этого произведения, которое очень похоже на песню из советского фильма «Рожденная революция», «Да пусть же красная, да пусть же красная», сжимает властно свой штык мозолистой рукой. Я до сих пор не знаю, кто же был первым. Косма, который написал «Опавшие листья», или автор песни про Красную армию. То же самое, те же самые функции, немножко расставлены по-другому. Бридж. Седьмая ступень субдоминанта разрешается в альтерированную доминанту, в тонику. А потом опять вторая ступень субдоминанта, обычная доминанта, тоника и обычный субдоминанта. Опять субдоминант второй ступени для минорной тоники, альтерированная доминанта. Ну,
ну вот здесь композитор сделал вот такую какую-то гармоническую интересную схему, которая, собственно, понятна, я вам расскажу о ней потом, в другом уроке. Опять, вот она, субдоминанта седьмой ступени, полумишонный аккорд. Опять альтерированная доминанта. И опять мы разрешились в минорную тонику. То есть вот на примере этого простого произведения вы увидели, что все функции живут внутри одной гармонии. Ни минорная, ни мажорная тоника не является доминирующей, но они обе присутствуют. И каждая функция, независимо от того, какая тоника, минорная или мажорная, движется в следующую функцию в соответствии с одним единственным принципом. То есть тоника движется в субдоминанту, субдоминанта разрешается доминанту, доминанта — тонику. То есть субдоминанта, доминанта — тоника. И во всей любой музыке происходит именно так. Важно видеть доминанту. Раз есть доминанта, значит, она разрешается в какую-то тонику. Значит, эту тонику надо найти. Значит, после тоники обязательно должна существовать какая-то субдоминанта, одна или другая, но она обязательно опять разрешается в доминанту и опять разрешается в тонику. А теперь я вам приведу пример, зачем нужно, что можно сделать с этой гармонией, зная вот такие вещи. Ну, смотрите. Начинается субдоминант второй ступени. Дальше. Следующий аккорд доминанта. Вот с этой доминантой, зная, что она сейчас разрешится в мажорную тонику, я из своего опыта знаю, что можно сделать все что угодно. Оставить ее доминантой вот в ее виде основном, то есть которая обыгрывается микселидийским ладом. Микселидийским ладом, ладом пятой ступени. А можно превратить ее в альтерированную доминанту. И разрешить в мажорную тонику. Зная, что это мажорная тоника, я знаю, что с ней можно сделать, как обыгрывать, каким ладом. Потом все переходит в субдоминанту. Дальше. Седьмая ступень субдоминанта. Доминанта. Разрешается в минорную тонику. Соль минор. Но я знаю, что следующая группа аккордов опять начнется с аккорда до, с второй ступени. И я могу представить вот этот аккорд до минор, который будет в следующем виде промежуточной тоники, и вот этот соль минор, как бы минорную тонику основной тональности, превратить в доминанту и уже из нее выйти в аккорд до минор. Понимаете? А могу перед ней добавить субдоминанту, превратить соль минор в доминанту и опять выйти в минорную тонику. Ну, смотрите, еще раз, как в оригинале. До, фа, си бемоль, ми бемоль, ля, ре. И вот мы ушли в соль и на два такта целых зависли. А потом опять начали сначала до. Так вот, чтобы не зависать два такта на одном аккорде соль минор, я могу вот эту вот минорную тонику превратить в доминанту к следующему аккорду, к до минору. А раз существует доминанта, то перед ней может существовать субдоминанта. Это аккорд будет ре минор, которого в базовой тональности нет вообще. Он, в свою очередь, разрешается в альтерированный соль мажор, который является доминантой до следующего аккорда. Смотрим, как это в контексте всего произведения. Как написано? Как написано? Тоника. Субдоминанта. И не разрешаюсь в минорную тонику, а делаю субдоминанту, делаю альтерированную доминанту и опять тот же блок. Вот, это такой короткий пример, а в принципе можно делать все что угодно. Я сейчас не буду комментировать, что я конкретно делаю, но покажу, как далеко гармонически можно отклониться, просто немножечко меняя функции, немножечко их обогащая.
Вот такие несложные вещи, хотя на самом деле сложные, но все это можно освоить, если просто понимать гармонию во всем спектре. То есть не разделять, а понимать каждую функцию, которая стоит на своем месте, и каждую функцию, то есть что она выполняет, какой аккорд выполняет какую функцию. Про альтерированную доминанту и про тритоновую замену, про то, что я использовал, мы с вами поговорим на следующем уроке. Спасибо вам.